Здравствуйте, с вами канал NameDB. Овен – это знак зодиака, принадлежащий к стихии огня. Вот и характер его подопечных, как огонь, такой же пылкий и непредсказуемый. На овнов вообще можно было бы наклеить табличку «Осторожно, огнеопасно», поскольку они очень часто ведут себя импульсивно и несдержанно. Овны – целеустремленные и решительные люди, которые знают, чего хотят от жизни и не останавливаются на пути к поставленным целям. Это жизнерадостные и веселые люди с хорошим чувством юмора. С ними просто не может быть скучно. Они могут всегда найти интересное занятие и помогут отвлечься от грустных мыслей. Им без труда удается быть заводилой или душой компании. И все эти положительные черты очень важны. Однако с учетом других особенностей характера, астрологи назвали 8 причин не влюбляться в людей знака Овен. И в этом ролике мы расскажем об этих причинах подробнее. Раздутое эго. Подопечные знака Овен любят ушами, даже если это не женщины. Овнам важно постоянно получать комплименты со стороны близких. Чем больше их хвалят, тем сильнее они будут гордиться сами собой. Им хочется, чтобы избранники ими восхищались, восторгались и стремились их как-то осчастливить. Овен получает огромное удовольствие от того, что вторая половинка крутится вокруг него как заводная, одаривая его комплиментами и приятными сюрпризами. Вот только как настоящий эгоист, Овен дает слишком мало ответной реакции на внимание, заботу и ласку. Услышать от него какой-то комплимент можно крайне редко. Интересы и потребности избранника его тоже мало волнуют, поскольку в первую очередь он всегда думает о себе. Импульсивность. У Овна взрывной темперамент. Он очень вспыльчив и импульсивен. Его гнев может разрастаться как пламя, с неимоверной скоростью. И самое обидное то, что подопечный этого знака может завестись с полоборота, даже когда возникшее разногласие вполне можно было решить мирным путем. С Овном лучше не спорить, иначе можно довести его до белого коления. Он считает, что всегда прав, поэтому не потерпит неуважительного отношения к себе. Он терпеть не может ложь, а за предательство и вовсе может навсегда удалить человека из своей жизни. Переменчивость. Как один из огненных знаков зодиака, Овен может быть весьма переменчивым и непостоянным. Жизнь Овна должна быть яркой и насыщенной. Только так он сможет быть счастливым. Он не боится перемен и наслаждается выпадающими моментами новизны. Овен может резко сменить работу или устроить незапланированный переезд. Для него важно, чтобы жизнь била ключом, причем во всех сферах жизни. Если избранник не будет с ним на одной волне, то отношения могут просто закончиться. Женщина знака Овен точно не останется рядом с мужчиной, не готовым оторвать пятую точку с насиженного места. Настойчивость. Настойчивость и упрямство – это одни из ведущих качеств характера представителей знака Овен. Овны почти никогда не меняют свое решение, поскольку переубедить их крайне сложно. При этом Овен нагло навязывает собственную точку зрения и заставляет окружающих плясать под свою дудку. Наиболее категоричным в этом плане может быть мужчина знака Овен, для которого важно, чтобы его избранница повиновалась ему во всем и советовалась с ним даже по поводу самых элементарных вопросов. Спонтанность. Спонтанность, как продолжение переменчивости и импульсивности, также ярко выражена в характере большинства подопечных знака Овен. Эти люди могут принимать быстрые и необдуманные решения. Они легко поддаются эмоциям и могут наделать немало ошибок на горячую голову. Действия Овнов почти невозможно предугадать. Они непредсказуемые и неуловимые. Они обожают спонтанность, поэтому рядом с ними нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Интуиция. Овны – невероятно проницательные люди. Они легко могут прочесть эмоции и даже мысли других людей, особенно если это родственники или вторая половинка.
Обман овны чувствуют за версту. Лучше даже не пытаться им врать или что-то от них скрывать. Они все равно все узнают и очень сильно разозлятся. И тогда уже никакие объяснения не смогут погасить их гнев. Требовательность. Овен очень требователен, но не к себе, а ко второй половинке. Он постоянно упрекает ее в том, что она делает что-то не так. Ему вечно всего не хватает. То комплиментов, то сюрпризов, то внимания. При этом Овен чаще всего не говорит прямо, что ему нужно, полагая, что партнер сам должен почувствовать его мысли и желания. Прямолинейность. Овен никогда не юлит и не лицемерит, поэтому он никогда не подбирает слова и просто говорит, что думает. Овен четко придерживается пословицы «горькая правда лучше, чем сладкая ложь». Он привык говорить, что думает, глядя человеку прямо в глаза. Его мнение далеко не всегда приятно слышать, поскольку, как говорится, правда колит глаза. Овен не постесняется говорить правду не только близким, но и малознакомым людям. Его совершенно не интересует, что может последовать за его словами. Он на 100% убежден в том, что делает все так, как надо, и никогда не извиняется за свою прямоту. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!